Сегодня итоги работы за 6 месяцев подвели сразу в двух муниципалитетах. Недавно совещание закончилось в Цивильском районе. Итоги работы за первое полугодие в каждом муниципалитете подводят в расширенном составе. Участие в совещаниях принимают депутаты, общественные деятели и предприниматели. В зале Цивильского дома культуры собрались более 200 человек. Глава республики отметил, что именно от актива муниципалитета зависит, как дальше будет развиваться его экономика. Власти Цивильского района строят амбициозные планы. Первостепенная задача – отремонтировать разбитые дороги в селах. В 2016 году планируется подготовить и направить Минтранс предложение о строительстве сельских автомобильных дорог протяженностью 1,7 километров. Начат капремонт гидротехнического сооружения в деревне Синьяло Туксинского сельского поселения. Цена государственного контракта составляет 4,7 миллиона рублей. Один из проблемных вопросов – неосвоенные земли. Вести в оборотах необходимо в сжатые сроки. Власти муниципалитета продолжают бороться и с крупными должниками по налогам. Основными должниками являются ОСВ «Строй», «Пластика», «Мой дом» и ЗАО «Куснар». Основным неплательщиком на сумму более 4,5 рублей является, как я уже сказал, «Своестрой». У него под миллион рублей. В процессе процедуры, будем говорить, разбирательства, он всячески уклонялся от уплаты и даже сменил юридический адрес. Сейчас он зарегистрирован в Перми. Но на комиссии по недоимчикам вы их, наверное, приглашали? Что они говорят вообще? На комиссию по недоимке приезжает юрист и отвечает только одно. Решение суда будет, мы вам начнем платить. На совещании с активом района зашла речь о потребительских ценах. В Цивильске глава республики посетил один из магазинов. Здесь Михаил Игнатьев проверил стоимость продуктов питания и наличие на полках товаров чувашских производителей. Какую цену сейчас, девушки, хлеб продаете? 22? Да. Не видел. Где цены? Цены не вижу. Они вообще там цены надо менять, освежать. Подводя итоги встречи, Михаил Игнатьев отметил эффективную работу местных властей. У Цивильского района наметился неплохой потенциал, и его необходимо использовать сполна. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика.